Друзья, добрый день. Меня зовут Лысенок Евгений. Я директор сети Viking Touristic. Специально для вас сейчас нахожусь в Турции, регион Кушадасы. Отель, который мы с вами будем инспектировать, называется Tucson Beach Resort. Пойдемте, я вам его покажу. Подъезд к ресепшену. При входе вам выдают маски, обрабатывают руки дезинфектором. При регистрации мерят температуру, дают анкету для заполнения. Ресепшн. Отель недавно открылся. Спа-центр. Мирабе. Чисто все аккуратно. Ребята, я вижу, еще мебель носят, расставляют. Кондитерская Мирабе. Чай, кофе. Отель находится сразу же прямо на берегу моря. Вот он корпус и вот оно море. Спа-центр, видите, закрытый бассейн с выходом на территорию. Так, сейчас мы с вами находимся на первом этаже. Это все зона отдыха, бар. Красиво здесь. Бар еще не функционирует. Сегодня только первый день запуска отеля. Большой плазменный телевизор. Есть лобби. На улице балкон есть. Еще один бассейн открытый на улице. Вы смотрите, прикольно. С панорамными окнами прямо вы плаваете, а снизу можно сидеть. Я потом вам поближе постараюсь показать и смотреть, как в бассейне плавают. Бар на улице. Посмотрим, какие у нас напитки. Раба. Анимация, дартс. Сразу же обрабатывают. Привет. You wanna play? No, thank you. Later. Next year, okay. Next year. Еще один бар возле бассейна. Бассейн. Детский бассейн маленький, видите, малыш. Возле пляжа есть зона отдыха, шезлонги на травке.
сам отель, многоэтажка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 этажей я вижу. А вот то, что я говорил, в бассейне прямо окна вмонтированы, вы сидите снизу, можете смотреть, как люди плавают. Круто, да? Опа! Попросили одеть маску. Так, номер 3313, стандарт с видом на море, скорее всего. Вход у нас плитка. Ванная комната, здесь душ. Душ обычный, тропического нету. Идем дальше. Сейф, дополнительные подушки, тапочки вижу есть. В номере у нас находится ламинат. Одна большая кровать. Одна маленькая и LCD-телевизор. Кондиционер индивидуальный. Балкон. Балкон большой. Это территория отеля. Пляж, как видите, сразу же находится. Вход галька. Есть бухта для детей. Вижу, там вот еще купаются люди. И вход пологий. Сейчас увеличу, вам покажу. Что у нас есть в баре? В баре напитки. Сейчас мы находимся в отеле Tucson Beach Resort. Пойдем посмотрим с вами спа. В тайском стиле все. Сауна. Сауна. Open, please. Yeah. Open door, yes. Это сауна. Чисто, аккуратно, все тепло, хорошо. Хамам. Все красиво. Будда. Little Buddha. He's very lucky. Yeah, okay, I know. Маленький Будда, которому нужно потереть животик на счастье. Красиво. Статуи буддийские. Комната для... Показывайте дальше. А там? Хамам и сауна. Это отдельная. Массажная комната. Здесь своя джакузи. Это для двух человек хамам. А, не для двух, даже больше. Это индивидуальный VIP. Окей. Don't worry. Sorry. Здесь небольшая сауна. С видом на бассейн. И камушки. Это масло на голову льется. Влажная сауна. Сейчас она не работает. Она здесь есть. Сцены. А, то же самое, только на разных языках.
Сейчас у нас обед. Мы находимся в нашем отеле Tucson Beach Resort. Покажу, что у нас на обед. Пойдемте со мной. Мы идем дальше по территории отеля. Видите, есть еще одна зона с бассейном. Детский бассейн, маленький. Ресторан сейчас работает на улице где-то. Нам сказали выйти, повернуть направо. Будем искать. Вот это аквапарк, тот, который мы с вами сверху смотрели. Вернее, извините, аквапарк. Бассейн закрытый под крышей. Спа-центр. Спа-центр. И движемся в ресторан. Прямо на берегу моря. Судя по всему, это вот это вот он под крышей. На травке шезлонги, зонтики. Зюбма ресторан. Заходим. Идем с вами в сам корпус ресторана. Посмотрим, что из еды у нас есть. Все вам покажу. Фрукты, черешня, абрикосы, груши, сливы, арбуз, дыня, яблоко. Дыни, извините, нету. Апельсины. Салат и зелень. Намазка. Еще зелень. Маслины, оливки. Так, и здесь у нас что? Все загорожено стеклом. Курица, макароны. Картошка фри. Рис. Баклажаны. Мясо. Какая-то картошка запеченная. И идем дальше. Баклажаны, кабачки, жареное мясо на гриле. И сладости. Большой выбор. Ну вот что мы себе взяли покушать. Уважаемые друзья, мы сейчас с нашим коллегой Даниилом лингвист инспектируем расстояние. Если здесь 1.5 метра. Коллега. Вот, настаньте на свое место, а я на свое, да? Да, добрый день. 1.5 метра? Примерно 1.5 метра между нами дистанция, значит, лифт продезинфицирован. Можете, давай, куда там? Сюда, смотри. Куда хочешь. Это ресторан, он сейчас не работает, работает под открытым небом. Посмотрим. Видите, здесь все чисто, аккуратно, все хорошо. И идем на берегу моря. Сейчас вечер, мы идем на ужин. Я вам покажу, что в данном отеле у нас будет на ужин. Обед вы видели, большой выбор, все очень вкусно было. Отель, кажется, попроще. Спасибо. Мы были в этом ресторане, который сейчас не работает, и попросили, чтобы нас выпустили с него, потому что иначе надо кругами подниматься вверх, и выходить не очень удобно. Очень здесь дружественный персонал. Расскажу вам хохму. Я сидел, кушал. Ну, мы пришли позже уже. Ресторан работал до 14.30. Пришел официант или сотрудник ресторана и говорит: вы знаете, мы вообще работаем до 14.30, уже там 15.10. Я вас попрошу уже уйти, потому что... Потому что все, мы закрываемся, нужно убирать. Ну, вы, если хотите, можете еду взять с собой. Обычно еду не разрешают никогда брать с собой. А здесь, очень корректно все это произошло. На море поднялись волны. Мы на них купались, очень круто. Единственное, ребят, вот здесь вот очень большие камни. И можно ноги повредить, особенно когда волны. Поэтому лучший заход это вот там вот, где мы вначале я снимал. Там маленькие камни и нет таких плит. А здесь плиты, провалы и можно пальцы повредить. Главный ресторан на улице, который находится у нас. С 10 до 11. На
улице находится гриль. Посмотрим, что сегодня нам дают на гриле. Там вода. А, рыбка маленькая. Смотрите сами, что есть на ужин. Зелень, маринады. Не обратил внимания, но здесь есть еще внутри ресторан. Если на улице вам холодно, вы можете кушать здесь. Здесь у нас соусы. Там маслины, оливки, салаты. Так, следующее. Картофель фри. Фрукты, груши, черешни, яблоки, сливы, апельсины и арбуз. Дальше у нас сыры, салаты, рыбка, намазки. Ребята, вы сами видели все, что здесь есть на ужин. К этому еще здесь персонал разговаривает по-русски, ну, большинство. И на ресепшене проблем никакой нету. Я подошел, не надо английский какой-то напрягаться, там придумывать что-то. Сказал, что у меня заблокировался номер, мне пришли, разблокировали его. Жарит рыбку сейчас, он говорит: привет, как твои дела там? Как рыбка? Очень вкусная, там, бери, пожалуйста. Прикольно, то есть, как будто бы дома. Еще есть рыбка жареная на гриле, много зелени, очень вкусная у них черешня. Как раз сейчас он черешни. И смотрите, в приборах у них, во-первых, три вилки, три ножа сразу, салфетки и две зубные зубочистки. Что в других отелях не было, хотя по уровню они были вроде бы и выше даже. Так что вот он показатель. Мой коллега Даниил, он говорит, что показатель не приборы, не еда, а говорит, а вот это вот, что ты сидишь на берегу моря и кушаешь, и тут же такой вид обалденный, что очень круто. Что ты хочешь сказать? Правда, все правда. Друзья, доброе утро. Мы с вами находимся в отеле Tucson Beach Resort. Сейчас пойдем с вами на завтрак. Я покажу вам, что здесь на завтрак. Обед, ужин вы видели. Остался только завтрак. По дороге вам покажу, какая красотища открывается у них с бара. Сидите вы на диванчике и смотрите на море. Интересное дерево. Что сделали? Главный ресторан. Идем с вами смотреть, что у нас на завтрак. Йогурты, огурцы, помидоры, маслины, оливки. С другой стороны сыр. Дальше молоко, мюсли, зелень, фрукты, хлеб, булочки. Жирное варенье, мед, колбаса, сыр, булочки, яйца, помидоры в сыре, с сыром,
блоки картошки, сосиски, еще один вид сосиски, там каша. Это у нас омлет. Еще один вид омлета. Здесь готовят блинчики. Чай, кофе. Доброе утро. Сегодня у нас пятый день. Как гласит поговорка, кто рано встает, тому все-все подает. Видите, никого нету в ресторане еще, я буду первым. Пойдемте, покажу, что на завтрак еще раз поменялось ли что-то. Ну, скорее всего, все как было, так и осталось. Еще информация по пляжу. Здесь в одном месте, прямо на пляже, есть такая большая плита. Она находится ближе к пирсу. Когда заходишь через, ну там вход возле пирса есть, и там есть пару ежей. Ну там очень большая плита, вы ее видите, поэтому будьте там аккуратны. Вот с этой стороны, видите, сейчас я разверну камеру, вам покажу. Вот здесь вот вход для детей, я говорил. А вот там вот, где скалы и берег, там очень мелко, и там местные купаются. Ну, туда вы можете тоже плавать, там по щиколотку для детей вообще просто кайф. А вдоль берега, вот здесь, вы можете поплавать, посмотреть рыбок, там очень много ежей, камни, вода прозрачная. Очень красиво. И вплоть аж заплыть за остров за этот. Друзья, хочу вам показать классную фишку, которую я ни в одном сейфе не видел. В нашем отеле, в Tucson Beach Resort, в котором живем, есть в сейфе розетка. Круто, да? То есть, если вы хотите, чтобы ваш телефон заряжался или ноутбук, подключаете и, пожалуйста, и в сейф. Сейчас мы с вами пойдем на пляж. Пойдем сюда, да? Покажу вам, как здесь пляж сблизи. И вот эту классную фишку, которую я говорил, что бассейн и есть панорамные окна, сейчас тоже вам покажу. Вы сидите, hello, кушаете и смотрите, как люди в бассейне плавают. Прикольно, да? Я такой фишки, вот, сколько был в отелях, не видел. А это у нас пляж. Шезлонги. Выход на пляж. Да. И вот он наш пляж. Галька мелкая. Дальше проходим, там уже песок начинается. О, сразу по колено. Красиво. Здесь прозрачная вода. Сейчас поснимаю вам подводную съемку. Рядом с отелем есть пирс. Можно понырять, кто хочет. Сам отель. Сейчас вам покажу. Друзья, я покупался, посмотрел специально для вас, но здесь из особенностей на протяжении всего пляжа есть галька, мелкая галька. Это не так страшно, вошли. Дальше идут или крупные камни, ну они такие вот где-то вот такого размера, или плита, и потом начинается песок. И дальше, ну просто шикарный песок, никаких ежей, здесь вот рядом ничего нету. Ежи есть, я сейчас покажу, в каком месте они есть, я вам камеру переключу.
Вот смотрите, вот по центру, видите, там, где скалы, вот там вот начинаются камушки, и там много ежей. Ну, туда, если вы будете плавать, то будьте аккуратны. Вот здесь вот, возле входа, мелкая галька. Потом дальше идет крупные камушки. Аккуратно проходите. А вот там уже, где стоит мужчина, там уже обалденный песок. Вот такой, как здесь прямо. Это просто шикарно. Для детей здесь будет очень-очень круто. И на протяжении всего вот этого пляжа, это все их пляж, будет одинаково. Я не был, правда, еще за пирсом посмотреть, но я думаю, там будет примерно то же самое. Еще раз проплыл здесь весь берег. Смотрите, вот здесь, где стоит ребенок, там пологий вход, и там нету ни камушек, ни гальки, ничего. Специально сделан отбойник, волнорез, видите, волнорез вот здесь вот разбивает. И там бухточка, и потихонечку можно войти, и все, никаких камушков, ничего нет. Смотрите, какие камни. Вот, это вот там такие большие, здесь гораздо меньше. Ну что, друзья, заканчивается мой инфотур в Турцию. За это время мы посмотрели более 20 отелей. В 3 из них жили, обедали в 6. Что могу сказать? Турция готова к приему гостей. Они стараются максимум защитить и себя, и гостей от коронавируса. Принимают меры. Понятно, что на 100% эта защита не дает. Но снизить там в 2 раза вероятность заразиться, это точно они делают. Вы можете ехать смело отдыхать в Турцию. Отели готовы. Есть нюансы по отелям. Не все работает. Есть ограничения по барам, по дискотекам, по кальяну. Не работает это сейчас. По детской анимации могут быть моменты. Поэтому к этому вы должны быть готовы. А в остальном питание осталось на таком же уровне. All inclusive остался таким, как он был. Единственное, что теперь необходимо самим подходить и брать еду не самим, как было раньше, а вам накладывают официанты, и все. В этом все отличие. Друзья, спасибо за ваш просмотр. Если вам понравился данный видеоматериал, подписывайся. Здесь снизу есть большая кнопочка, нажимайте на нее. Приглашайте ваших знакомых, друзей, просите их тоже подписаться. Я буду вам очень признателен. Это помогает мне развивать данный канал. Ваша подписка, ваши комментарии, ваши отзывы дают возможность сделать канал этот лучше. Если вы хотите поехать на отдых и вам нужна помощь, обращайтесь. Мы с удовольствием организуем вам поездку в любую страну мира. Мы занимаемся этим профессионально уже больше 10 лет. У нас есть для вас удобная система онлайн-поиска на сайте pay.viking.by. Там можно самостоятельно подобрать тот отдых, который вы хотите, и оплатить безналичным путем, не приходя даже к нам в офис. Сейчас в условиях коронавируса это, в принципе, очень-очень актуально. Спасибо вам за то, что вы смотрите меня.